конечно, очень хорошая видеосъемка. Что? Давайте отойдем, а? Выключите, пожалуйста, экран. Тише. Убрать, не надо. Не надо так делать. Я не знала, что потом односторонняя. А вы за рулем, что ли, да? А то подумали, кривой мы, что пьяный, не обманывающий. А лучше бы прям поехали, чем сюда влетели. Да мы тоже, блядь, говорим, это, односторонняя, да, свернули. Они потом к тебе говорили. Нет, никто не фотографировал. Девушка ваша? Снимайте, зачем? Ну, ТП я снимаю. А что, тебе не нравится, что я снимаю, что ли, или что? Минус один, да. Это нахрен нужны платные парковки? Прям как взял. Машину жалко. Машину, да. Лёх, сейчас направь камеру. Вот это реальное отношение к платным парковкам. Да что ты говоришь? Ребят, что конечно, такое? Очень хорошая видеосъемка. Что? Давайте отойдем, а? Что вам такое? Вызвать сейчас полицию сюда? Вызывайте. Выйдите, пожалуйста. Выйди отсюда. Вам это очень интересно. Выключите, пожалуйста, экран. Тише. Убрать, не надо. Не надо так делать. Реагируй тут тоже. Давайте не будем мешать, а? Сейчас будет полиция. Уберите просто камеру. Не надо снимать. Не надо. Убрать, девушка обосрён. Ну хорошо, вы не переживайте. Идите на своей дороге, зачем вы ее напрягаете? У нее свои лапки. Свои лапки. Оставьте ее в покое. Никто никого не напрягает, все нормально. Успокойся. Все хорошо. Все мужики, оставьте ее. Все хорошо. Не переживай. Что вы здесь стоите? Везде? Я просто спросил, я тут весь вас. Просто стоим. Все, переживай. Вот так вот жители Воронежа выражают протест по платным парковкам. Они просто эти терминалы сносят по оплате за платную парковку. Мы ни к чему не призываем, мы, в общем, как и так. Друзья, нам очень важна ваша поддержка. Как вы можете нас поддерживать в интернет-пространстве? Ну, как минимум, оставить комментарий внизу под видео, подписаться на наш канал и посмотреть предыдущее видео. Не забудьте оставить комментарий и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить наше новое видео. Всем пока и до новых встреч!